Сам себе рыбак, и сегодня я отправился на озеро Вожа. Там я буду ловить первый раз, еще ни разу туда не ездил. Дорога была длинная, 7-часовая, ямы, овраги, лужи и так далее. Отдохнув и позавтракав, мы выдвинулись на точку улова. Сначала забрасывали воблера и блесны, как обычные белые люди. Вначале были поклевки некрупного 200-граммового окушка. Полосатый бил сильно, но аккуратно. Половив заброс около получаса, мы услышали в тростнике шум. Оказалось, это окунь гонял малька. Недолго думая, мы отправились с напарником в это бурлящее царство окуня. Подъехав к месту, мы увидели, что вода просто кипит. И вот тут-то и начался адский клев окуня. Пробыли мы там около 2 часов. Было откушено море виброхвостов, отломаны крючки у воблера. Окунь бросался не только на блесны, но и друг на друга. Все 2 часа рыбалки, которые мы были на этом месте, я не стал выкладывать, потому что они однообразны. Забрасываешь в 1,5 метра от себя и вытаскиваешь хорошего окуня. Окуни пошли по 300, 400 и более грамм. Одного я вытащил около 800 грамм. Многих мы отпустили, так как посчитали, что они слишком мелкие для сегодняшнего клёва. Жара стояла 33 градуса, но окуню это никак не мешало. Записи звука нет, так как сломался диктофон на экшн-камере, и всех эмоций просто не передать сейчас. Oh,
Thank you.